все мои предрассудки умещены в поэзии. Поэтому я, наверное, много разговаривать не буду, а я просто вам почитаю стихи и уйду. В Москве, в России тоже есть хип-хоп. Мы открыты для всего нового. Мир всем. У меня есть свой путь. Это честь, доблесть, это любовь, это страсть, это вообще дружба. Производная в момент становления моей личности и моего настоящего творчества. Вот, то есть это некий переход от того, что было создаваемо целой командой людей, к тому, что делаю я сам. Многие пророчили конец света и так далее и тому подобное. Майянский календарь заканчивался. В общем, в 2012 году был целый ажиотаж на эту тему. И, соответственно, я сочинил тоже текст, приуроченный именно к этому предрассудку. Независимое движение музыкальное «Красная мафия». В это движение входят все самые интеллектуальные музыканты планеты. Будет ходить все больше и больше народу, и не только музыкантов, но и те, кто вообще полностью искусством занимается. Там, неважно, там поэзия, это там, рисует ли человек картины, или делает он видео зарисовки, или что, ну неважно, да. То есть все, что творчески он делает грамотно, он может себя как бы позиционировать как член «Красной мафии». Трюк на французском. Трюкач-волшебник. Там сасали трюк. То есть это что-то неопределенное. А что-то? Да, что-то. Что-то.
Спасибо большое.